Привет всех на канале. По результатам прошлого ролика вам игра Retro Garage понравилась. Соответственно, я буду активно играть в эту игру, выпускать ролики через день по этой игре. Сегодня у нас будет интересный ролик, потому что мы в прошлой серии собрали автомобиль и сегодня будем участвовать на нем в гонках. Мы его не смогли еще покрасить, то есть у нас такой вот прям сток, есть некоторые моменты с внешкой плохие. Вот. Но смотрите, мы делаем, опять же, мои слова по поводу того, что семерка это быстрый автомобиль, подтверждаются, потому что она объезжает практически всех. Из конкурентов данного автомобиля я могу выделить Ниву. Да, Нива очень быстрый автомобиль, одна из самых быстрых машин. Также я хотел бы выделить спортивную версию семерки. Да, это очень хороший автомобиль. Я вообще, блин, поздно переключились. Вообще я планирую переделать этот автомобиль под спортивный, поставить сюда свопнутый движок. И наваливать на гонках. Конечно, знаете что? Не хватает мотивации участвовать в гонках. То есть, если бы за победу в гонке давали деньги, мне кажется, с удовольствием бы все открывали автомобили, проходили эту игру. То есть, вот. А так, получается, это просто ради развлекаловки. Не очень комфортно, не очень круто, конечно. Но эта вещь появилась, и это прям очень радует меня. Ладно, давайте сейчас... кстати, с таким автомобилем ни разу мы не ездили. Блин, я уже испугался, он меня со старта сделал. Я такой, блин, как так? Не, ну мы должны его объехать. Сейчас, да, все, мы уезжаем. Ну со старта он мне сделал, я прям перепугался как-то. Я вообще не думал, что москвич меня может объехать, и я был прав опять же. По времени это пока что самый быстрый заезд у меня из всех, которые были на данном автомобиле. Опа-на, а вот и конкурент спортивный. Спортивная модификация семерки, она сейчас мне должна сделать очень быстро. Да, то есть я даже... я все равно буду стараться переключать передачи для того, чтобы побыстрее доехать до старта, до финиша. Но я понимаю, что автомобиль этот меня объедет, и объедет очень легко. Все, он просто уезжает. Я передачу, он передачу переключает и сразу вырывается вперед. Все, я остаюсь сзади. Так, ну, блин, на целую секунду, это очень много. Да что ж ты будешь делать? Теперь и Нива. Нива тоже конкурент. Не, ну я бы, конечно, не опасался, если бы у меня была спортивная версия семерки. Я бы тогда всех делал. Но вот, как видите, Нива меня сейчас опять объедет. Но все равно будем переключать передачи идеально. Так, едем, продолжаем ехать. Скорость. Мне интересно посмотреть, какая у нас будет максимальная скорость на финише. 114 метров в час. Нормально. Это пока что рекордное время у меня, за которое я проехал. Так. Гонка. Опять идем на следующую гонку. После этого, наверное, тогда будем уже закругляться. Хочется закрепить как-то свою победу. Так. Ладно. Все. Поехали. Переключение. Все, я его со старта сделал. Вообще на изи. Да, все. Он с поля видимости вообще ушел. Ну да, как бы Волга такой слабенький автомобиль, то есть я бы не советовал его покупать, если вы хотите участвовать в гонках. Автомобиль я делаю как спортивный, соответственно, нужно практиковаться в гоночках, да. Благо с переключением передач никаких проблем нет, уже натренированы на этих различных играх, в которых присутствует данная механика. Итак, кстати, по поводу Волги кабриолет я не знаю. Нет, мы даже ее быстрее сделали, да. Вообще, хотелось бы побить свой рекорд с временем и уже побыстрее как-то приехать, но, походу, без свапа у нас это сделать не получится. Так, лучшее время у нас 20 секунд, 323 миллисекунд, то есть это самое лучшее время. А вот мы все, побили рекорд со временем. Так, теперь у нас рекорд 20 секунд, 307 миллисекунд. Так, все, погнали со старта. Опять же этот, не понял. Он что-то так резко дернулся, прям подумал, объедет. Блин, а почему он меня объезжает сейчас? Не очень понял. Так. А почему? Подождите, я в прошлый раз же ехал с ним. Сейчас, наверное, не надо было переключать просто передачу. Да, я переключил передачу, он уехал вперед. Под конец, если, наверное, ехать вровень, лучше всего не переключать передачу, так будет выигрышная позиция у нас тогда будет. Ну, допустил ошибку. Блин, поздно переключение, но я не могу ему проиграть. Блин, со старта проиграл, ну как так? Хотел закрепить свою победу, в итоге, блин, проигрыш и больше сейчас. А, так. Мне кажется, это самое худшее время, которое у меня было. Вообще, за все время. И спортивная семерка. Конечно, вообще лучшая гонка в мире. Если бы мне за это платили деньги, и если были бы ставки
на эту игру. Я проиграл все деньги свои, наверное. Подождите. А, все. Нет, подожди. Да ну нафиг. Я уж подумал, это спортивная модификация. Это просто обвес повесил, у него стоковый двигатель. Слава богу, вон все, мы его объехали на изи. У него обычный двигатель стоит, либо он где-то передачу проиграл. Так, ладно, гонки мы с вами закончили. День пятый, пятница, у нас все вообще идеально. А давайте посмотрим, может быть, что-нибудь мы можем сюда присобачить новое. Ну, в принципе, нет. Нет, мы не можем ничего нового присобачить. По кузовне тоже. Ну, двигатель, кстати... А, ну двигатель тоже мы пока что переделать не можем. Печально, печально, не хватает опыта, не хватает денег, соответственно. Соответственно, что нам надо делать? Надо выполнять заказики. Ну ладно. Такой у нас двигатель. Двигатель полностью стоковый. Да, для того, чтобы даже извлечь этот двигатель, нам нужен уровень второй у мастерской. Наверное, давайте сейчас поднакопим денег, и либо в следующей серии, либо в этой серии уже с вами улучшим мастерскую. Так, берем следующий заказ. Сейчас заказы очень легкие, соответственно, не сильно дешевые, но и не сильно... В смысле не сильно дешевые? Не, заказы дешевые, вот именно. Но не сильно сложные. Хотелось бы взять какой-нибудь сложный заказ, но для этого лучше всего подходит, конечно же, не ремонтные работы, а брать автомобиль со свалки и полностью его устанавливать. За это дается большая наценка, идет за восстановление хлама. И второй плюс — это то, что идет большое, просто большое количество опыта. Когда я в прошлый раз проходил данную игру, я именно так и делал. Так, что у нас не так? Все, мы сняли с вами раздаточную коробку, сейчас ее с вами починим и все устанавливаем. Все, заказ выполнен, переходим к выполнению следующего заказа. Оплата плюс 450 долларов, рублей. Нет, здесь рубли, все правильно. Пипец. Ну давайте будет, и ладно, рублями. Здесь местная валюта рубли, но ценник такой себе, если честно. 100 рублей за левую заднюю дверь. Вот бы в жизни были такие детали на автомобиле. Так, ладно, что еще мы можем с вами сделать? Здесь нам необходимо поставить спортивный обвес. Кстати, после выполнения таких заданий у нас будут открываться новые модификации. Это круто, то есть сейчас, на данный момент, мы уже можем поставить себе какую-нибудь спортивную модификацию. Это было бы интересно. Да, оплата плюс 450. Берем с вами следующий заказ. Это уже средняя сложность. Да, ну нормально, кстати, его вмазали. Надо будет, наверное, весь перед собирать. Тут крышка капота и передняя панель. Так, ставим переднюю панель сразу, прикручиваем капот. Так, что-то не хватает. А что не хватает у нас? А, у нас не хватает переднего бампера, походу, да. Блин, почему я про него забыл, я не знаю. Покупаем его за сотку, пересобачиваем. Ну все. Так, а что? Давайте отремонтируем сразу, ладно. Я не знаю, почему не могу отремонтировать капот, купил сразу новый. Мы же олигархи, да? Можем позволить себе новые детали, они восстановлены. Так, ставим радиатор, все. То есть все, мы выполнили очередной заказ, плюс 700, также плюс 300 нам добавили за то, что мы перешли на следующий уровень, соответственно, плюс косарь за выполнение того заказа. Итак, переходим в музей, мы можем открыть с вами одну из модификаций. Так, ну нам хватит либо на спортивную, либо на пикап. Мне больше всего нравится... Какая? Давайте лучше, наверное, спортивную куплю, она 50 стоит. Если что, потом еще очередные деньги потрачу на то, чтобы увеличить цену объявления. Так будет лучше. Так, также у нас УАЗ доступен. Мы можем тоже за 50 открыть модификацию УАЗа, но я не хочу этого делать. Также, кстати, кабриолет можем открыть. Давайте откроем кабриолет, тоже интересная вещь. Ну и больше мы ничего с вами открыть не можем. Нужен 6 уровень, чтобы открыть Ниву. Вот жду Ниву, если честно. Так, здесь у нас что нужно сделать? У нас скрутили колеса. Соответственно, нужно будет купить обычные колесики. Для того, чтобы больше их не воровали. Согласен, колеса красивые, колеса такие спортивные, широкие, прям. Если честно, заказ очень простой, то есть ничего не надо ремонтировать, просто купил колеса, и это окупается. То есть на колеса мы сколько с вами потратили? Мы потратили где-то в районе 120, максимум 200 за колеса мы с вами заплатили, и нам оплатили 400. То есть окупаются данные заказы очень хорошо, на стадии, конечно же, первой. Потом уже это так хорошо окупаться не будет. Ладно, у нас открывается следующая модификация УАЗа с крышей. Соответственно, нам нужно выполнить заказ.
покупаем с вами крышу, заднее стекло для нее, то есть убираем с вами полностью тент и устанавливаем полноценную крышу. Так, снимаем все окна. Двери у нас остаются неизменными, они как были, так и остались. И заднюю вот эту крышечку. Все, супер, устанавливаем крышу. Устанавливаем заднюю дверь. Все стекла сами поустанавливаем сейчас, все, которые есть. Благо, они у нас все целые, ничего ремонтировать не надо. Так, чего-то у нас здесь точно не хватает. Вот прям вот точно. Чего бы? Так, багажник на крышу точно. Мне кажется, он сюда будет подходить просто идеально. Ну и больше ничего нет. Я просто думал, что есть еще задний бампер, но он в этой модификации отсутствует. Все, мы с вами собрали вездеход. Так, оплата 900. Круто. Так, тяжелая работа. И что здесь нам нужно делать? Очень интересно, почему тяжелая. Так, сломаны. А, ну блин, ну перед мы с вами быстро восстановим. Тут только вот снять амортизаторы и пружины. Так, передние амортизаторы мы с вами можем еще починить, а вот пружины нужно купить. Насколько мне известно, пружинки у нас дорогие. Да, 70 целых. Ну, блин, кстати, не такие уж и дорогие пружины. Так, а здесь сама сложность есть в том, что нужно будет снять все навесные детали, потому что вот эти балки, которые нам нужно убрать, они как раз держат всю эту конструкцию. Снимаем с вами задний мост. Так, ну второй болтик, все. И снимаем рессоры. Так, 4 болта у нас, с этой стороны 2. Все. Блин, 9 часов. Ну ладно, давайте тогда. Ну, кстати, в плюс вошли с учетом всех ремонтов. Так. Что нам нужно сразу купить? Рессоры. Все. Рессоры куплены, собираем дальше. В принципе, больше никаких деталей в утиль нет. Ставим задний мост, ставим задние амортизаторы, перед этим их ремонтируем обязательно. Устанавливаем тормоза и задние колеса. В принципе, пока что, даже с учетом метки тяжело, заказ у нас довольно-таки легкий. Ладно, ребята, на этом серия подходит к концу, получили мы сейчас заработную плату за сегодня. Вот, и что мы с вами можем сделать? Сейчас мы с вами избавимся от всего мусора, который у нас здесь накопился. Да, я не буду оставлять детали, так как деньги нужны прямо сейчас. Мы с вами на мели, у нас 480 рублей. Не знаю, что с этими деньгами можно сделать. Ладно, ребята, на этом серия подходит к концу. За сегодняшнюю серию мы с вами поучаствовали в гонках, повыполняли заказики и ушли как бы в большой минус. Да, походу придется в следующей серии нам что-то с этим минусом делать. Так. Ну, в принципе, что сейчас можно у нас сделать? Можно подобрать какой-нибудь автомобильчик для следующей серии. Будет интересно это посмотреть. Ну ладно, ребят, на этом серия подходит к концу. Всем спасибо, кто досмотрел до самого конца. Обязательно ставь лайк и пиши комментарий с идеей для следующего ролика. Также пиши комментарий с игрой, которую ты хотел бы увидеть в следующей серии. Так, вы увидели на моем канале игру Voyage 4, и скоро выйдет серия по Russian Rider Online.